день. Интернет-магазин Нива 21.com.ua хочет представить ряд карданов семейства автомобилей Нива. Первый кардан — серп и молот, город Саратов. Вот, очень надежный и качественный кардан, который убирает вибрации, становится автомобиль бесшумным. Рекомендуем для городского цикла езды. Это следующая такая вот новинка — это промкардан Нива Шевроле. Если вы видите, без эластичной муфты. Это то же самое приводит к комфортной езде, убирает вибрации и шумность. Далее кардан ЗАО «Кардан» с Сызранского завода, который поставляется на конвейер Волжского автозавода. Очень комфортная езда и бесшумная. Передний кардан — то же самое, надежный, но приходится следить за пыльниками, так как если пыльник повреждается, кардан выходит со строя. Также на крестовинах кардан ЗАО Сызрань делает. Крестовины вазовские. Тоже надежный кардан. Также передний ЗАО кардан Сызрань. Балансированный. Все это, проблем нету. На этих карданах можно ездить и по бездорожью, и на рыбалках, и на охотах. Следующий кардан Черниговского завода. Тут более надежная шлицевая часть у него. Крестовины стоят с Волги ГАЗ-24. Очень надежный кардан. Также передний. То же самое. Вот черниговский кардан на волховских крестовинах ГАЗ-24. Следующая модель — это белкардан, белорусский, то есть на крестовинах москвичевских 21-41, вернее даже 21-40. Вот такой вот ряд карданов, которые интернет-магазин представляет к вашему пользователю. А скажите, пожалуйста, а что больше подходит для охоты? Какой кардан лучше всего для охоты купить? Для охоты, по отзывам наших охотников, рыбаков, лучше пользоваться карданом Черниговского автозавода. Вот этот вот карданчик. Давайте покажем его. Также этот завод делает на весь модельный ряд грузовых автомобилей, вплоть до БелАЗов. Угу. А если режим езды городской, то какой лучше будет взять? Городской — это однозначно шрусовые карданы. Угу. Шрусовые. А какой кардан лучше на шрусах — ЗАО, либо серп и молот? Приблизительно они одного класса карданы, это выполняет свою роль четко. Но предпочтение отдаем ЗАО кардану, так как действительно он поставляет на Нивы Шевроле, на 21-214 автомобили, на конвейер свои карданы. А скажите, пожалуйста, наиболее такой цена-качество, чтобы не било по карману, какой кардан вы советуете своим покупателям? Ну, опять же, это зависит все от стиля езды. Это городской режим или же это охота и рыбалка. Городской режим — это ЗАО кардан. Если охота и рыбалка, это ЗАО кардан на крестовинах или же черниговский кардан, который более усиленная шлицевая часть, менее изнашивается это, ну и мощные крестовины. Ну а бюджетный вариант какой? Бюджетный все-таки вариант — это белкардан, белорусский это. Ну а соотношение цена-качество у него хорошее? Он... Ну, в принципе, по ценовой категории, что черниговский, что белорусский кардан, приблизительно в одной цене. Это черниговский стоит 850 гривен, это белорусский 750 гривен, 100 гривен разницы. Угу.
Понятно, хорошо, спасибо большое. Сейчас еще сделаем в приближенном варианте. Рады будем с вами сотрудничать.